пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа. Российский союз пекарей предупредил, что разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может вызвать рост цен на хлеб. Пекарей смущает широкая трактовка самого термина «хлебопекарная продукция». В новом ГОСТе это в том числе хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты. Сейчас в налоговом кодексе такого определения нет. Так что ждите подорожания хлеба. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.